Это, скорее всего, было самой большой мотивацией во всем моем творчестве, если это можно так назвать творчеством. Не какие-то деньги или слава или что-то еще, это никогда не было для меня приоритетом номер один. Самое важное для меня было то, осознавать то, что я помогаю людям, помогаю там инвалидам, помогаю людям, у которых проблемы дома или что-то еще. Просто уходить от своих проблем и делать их действия.